Как добавить баннер на ваш YouTube канал? Если ваш канал выглядит следующим образом, то для того, чтобы добавить баннер, вам нужно нажать «Настроить вид канала». И затем уже нажать «Добавить оформление канала». YouTube предлагает вам шаблонное оформление, где вы можете выбрать фотографию, которую он предлагает. Но, конечно же, лучше загрузить свою фотографию, выбрать файл на компьютере и загрузить тот баннер, который был разработан по шаблону, который подходит YouTube каналу. Нажимаете «Выбрать», и ваш баннер добавлен на канал. Обновим страницу, чтобы посмотреть, как это все выглядит. То есть вот как стал сразу же выглядеть ваш канал интереснее и красивее. Если же у вас уже стоит баннер, как у меня сейчас, или вы взяли одно из изображений, предложенных YouTube, и теперь хотите поменять его, то теперь вам уже не нужно нажимать «Настроить вид канала», а просто в правом верхнем углу при наведении появляется значок фотоаппарата. Нажимаете на него, и дальше все то же самое. Выбираете файл на компьютере, загружаете, выбираете, сохраняете, обновляете страницу, и ваш новый баннер будет поставлен на канал. Вот таким простым способом вы можете добавить или поменять баннер своего канала. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!